В связи с ежегодными наблюдениями в последние несколько лет снизилась численность рыбы в реке Абакан. В связи с чем главой Республики Хакасия, председателем правительства Республики Хакасия, было проведено совещание, на котором было дано поручение о искусственном зарыблении реки Абакан. Кроме того, зарыбление также должно было быть подкреплено запретом на рыбную ловлю в верховьях реки Абакан. В связи с этим в данный момент производится зарыбление реки Абакан молодью хариуса числом 50 тысяч штук. Выпущен хариус в устье реки Ада. Выпуск произведен золотодобывающей компанией «Ойна». Хотелось бы выразить слова благодарности председателю данной артели Дудко Олегу Викторовичу за то, что он нашел возможность и осуществил данное мероприятие. Хотелось бы отметить, что в основном зарыбление производилось раньше в реку Енисей. В ходе работы с Енисейским территориальным управлением была достигнута договоренность о том, чтобы производить выпуск рыбы в реку Абакан. Ну, в рамках поручения главы Республики Хакасия, представителя правительства Республики Хакасия, то есть выпуск производится именно в верховьях реки Абакан. Такой выпуск производится впервые и в последующие годы будет продолжен.